7. Над Федей просто издевается. Все. Обычно я в этом участвую, мог и я поиграть. Алкоголь бы выгнал. Коля, хорош! Надо гол престижа забивать хоть. Я ж первым касанием. Ну и... Давай, запускай, запускай! Лево край! Восемь. Начинает заходить твоя ставка потихоньку. На обе забьют, надо ставить. Хороший коэффициент там, наверное, жирненький. Ну, я думаю, Коля должен Коля забивать сегодня. Ох. Давай, Коля! О, я ж говорю, без обид надо было брать. Смотри, моментом прям прошла. Да я уже тебя опередил. Текстовая трансляция прям полная. Статистику надо вести. Я находил контору, которая такие услуги предоставляет. Приезжают на матчи, все статистики ведут. Процент владения мячом, там удары, кто сколько пробежал. Полный выкуп. 6,5 тысяч стоит. Один матч. Не очень понятно, зачем это нужно в ЛФЛ, но в высшей лиге, может, нужно кому. Сейчас сравняю это, даже сейчас. Кабан, моя прошла, блядь. Право, право уходит!
Аут, аут! Минут 5, наверное, осталось.
Ешь, он тебе в отцы годится, блин. Коля! Все. Итоговый счет как раз камера села, заебись. Блядь, только умирать нахуй надо, блядь. Я не знаю, как еще надо выйти. Не надо. Не расстраивайтесь, Евгений, не расстраивайтесь. Гин. Че, я не понимаю, зачем я прихожу. Ну, что поделать? Как ее вырубить, блядь? Где человек, хозяин камеры? 8-1. 8-1. Как ее? Просто на кнопочку?